Метро Экспо 2019 – это возможность пообщаться с самыми интересными гостями. Анна Сильченко, мой следующий гость. Анна, здравствуйте. Расскажите о том, какой бизнес вы сегодня представляете. Я представляю немецкую компанию, называется она Zootrus. Офис компании расположен в Баварии, город Мертинген. Мы занимаемся молочной продукцией. У нас представлены молочные десерты, это в на российском рынке. Молочные бисквитные снеки, Monte Snack, напиток Monte Drink. Это то, что мы поставляем в Россию, в федеральные сети и нашим дистрибьюторам, а также в розницу. Ну, насколько я понимаю, эти бренды, о которых мы сейчас с вами говорим, и эти продукты широко представлены, скажем так, на московском рынке. Но задачи перед собой какие-то ставите на выставке сегодня? Да, вы правильно говорите. У нас достаточно широкая представленность и известность именно на московском рынке и в Центральном федеральном округе, и северо-западном. Наша задача продвинуть наши бренды в рамках вот этой выставки в регионы, такие как Урал, Сибирь, Южный федеральный округ. Поскольку прошлый год, вот прошлую часть выставки показали очень большой интерес, там практически очередь к стенду от дистрибьюторов, от розничных магазинов, от собственников бизнеса, все интересовались, спрашивали, мы решили в этом году на это сделать упор. Все дегустируют и оставляют исключительно положительные отзывы о продукте. Да, более того, все заказывают сразу же. Ну, собственно, особенность этой выставки, что можно и купить сразу с хорошими скидками. Мы этим тоже привлекаем людей и создаем определенную лояльность к нашим брендам. Вы знаете, мы сегодня решили сделать такую традицию на нашем стенде дегустировать и пробовать все новые продукты, которые представляют партнеры выставки Metro Expo 2019. Поэтому, если вы принесете нам свои сэмплы, мы обязательно о них потом расскажем, после того, как продегустируем и сложим свое собственное мнение. Да, обязательно я принесу вам попробовать и наши десерты молочные Монте и пудинги Лежу, обязательно. Попробуйте. Спасибо, мы желаем вам хорошего бизнеса и желаем, чтобы завоевание федерального и регионального рынка прошло максимально быстро, эффективно и безболезненно для вас. Спасибо большое. Спасибо. Ну а мы продолжим нашу серию интервью совсем скоро.